Всем привет! Новый канал у Жени. Всем привет! Сейчас мы бы хотели сделать реакцию на певца Кайрата Тунтекова. Но прежде чем посмотреть видео, которые были записаны там, в 2016 или 2016 году, или в этом году, хотелось бы посмотреть, как же все начиналось. А начиналось, я так понимаю, с новой волны 2010 года. Поехали. Голос такой необычный. Ну почему-то кажется, нотки есть Майкла Джексона, нет? Да, он будет петь. Будем в следующем видео смотреть, когда он поет. Да? Причем очень хорошо вроде он поет. Ну это тоже песня прикольная. Такое ощущение, что у него обработан голос. Жесть. А здесь компьютерные. Наверное, его кумир Майкл Джексон, нет? Может быть. Может, двигается, есть такие, не знаю, движения. Кайрат Тунтеков, Казахстан. Спасибо большое. Ну, свой голос сам по себе. И оценки нашего жюри. Итак. Что интересно получилось? 9, 11, 10. Спасибо. Самое высокое это 11. Наконец-то мы. Да. Ну, первое впечатление мне очень понравилось. То есть, необычный голос. Выглядит он такой симпатичный, да? Немножко напоминает такие, да, голос Майкла Джексона и движения. Ну, в принципе, не зря он такой вот сейчас популярный. Просто нам столько комментариев писали, чтобы посмотреть и сделать реакцию на него. Поэтому, ну, он очень талантливый, конечно. Ну, неплохое было выступление. Новая волна — это всегда живой звук. И да, мне понравилось. Очень необычный голос. Хотелось бы послушать другие песни. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!